если в процессе доклада появится возможность добавить провокатора, ну или хотя бы человека, который такие вот жесткие вопросы может задать и очень веские аргументы, противоаргументы принять, то это, блин, просто будет респект. Итак, речь в моем докладе пойдет об альтернативном понимании физических явлений и процессов, которые в своем многообразии и вариантах проявления в повседневности поддаются наблюдениям и поддаются в некотором роде обоснованию. Но официальные источники не способствуют тому, чтобы любой человек смог понять и без какого-то высшего образования, без сложных умозаключений, смог понять суть физических явлений в окружающем его мире. Банально. Главный вопрос. Что такое гравитация? Есть ли она на самом деле или может что-то другое? То есть все связано с притяжением. Все наблюдаемые явления физические в природе, практически все. Итак, фантомное, но вездесущее проявление гравитации на Земле. Что значит? Что тяготение или притяжение действует на все универсально. Но центр внимания и главная задача моя – не раскрыть истинную природу земного тяготения, а образно нарисовать картину, иную картину мира, позволяющую по-иному взглянуть на вещи и ответить на вопросы, которые до сих пор могут заводить в тупик даже серьезных ученых и физиков. Возможно, информация, которая сейчас будет озвучена, не является уникальной, а просто надежно скрывается в корыстных целях. Допуская иную картину мира, отличную от общепринятой, мы способны прийти к совершенно удивительным и в то же время более реальным выводам. На основе наблюдений за физическими явлениями, происходящими в повседневности с каждым из нас, или тупое безразличие, невежество, станет основным препятствием на пути к осознанию природы физических и химических, в том числе электрических процессов. Речь также пойдет о разоблачении глобального надувательства, современных лженаучных утверждений о мироустройстве. Недоказуемые постулаты в основе своей предлагают принять в расчет условную отправную точку. При этом вводят некие расчетные постоянные величины, применяя в дальнейшем их для расчетов в сложных формулах. Эта сложность в понимании выводов научных умов и результатов их сомнительных экспериментов сводит на нет все попытки в познании основ физических явлений с позиции обычного человека, далекого от академического мировоззрения и образования. Отступим от стандартных представлений и современных лженаучных псевдофизических теорий. Примем за правило дальнейшие выводы по наблюдениям делать исключительно с простой и логичной точки зрения. Философские рассуждения также будут в достаточной мере будут обходиться стороной, отбрасывая всякие тупиковые попытки отправиться в дебри пространных объяснений. Здесь только истина. Итак, зададим простой вопрос. Почему природа гравитации или тяготения имеет свойство универсальности? То есть, если магниты в природе притягиваются к магнитам, ну, хоть искусственным притягиваются, к железу, да, еще какие-то процессы, то есть электромагнетизм и постоянные магниты, действуют выборочно на отдельные материалы. В то время как земное тяготение действует универсально на все. Об этом может свидетельствовать практически все, что вас окружает, то есть свидетельствовать ваши наблюдения. Ранее в эфирах было озвучено мной, что все, что, то есть океан, вода, да, потом земля, воздух, все имеет слоистую структуру. Исходя из того, что мы находимся в замкнутом пространстве, в искусственно созданном мире для нас, поддерживающий жизнь и нормальное развитие, то есть жизнедеятельность человека, в том числе и, в общем, созданы все условия для жизни. То есть искусственность нашего мира является неопровержимым фактом, и те, кто
думают иначе, я сочувствую их наивности. Либо, грубо говоря, узкому кругозору. Возьмем атмосферу. Атмосфера наша имеет состав достаточно различный. Состав газов, которые формируют такую себе вот слоистость по плотности. Более тяжелые газы собираются близко к поверхности Земли, такие как азот, кислород. Более легкие газы определены в более высоких слоях атмосферы. По сути, космоса нет, и чем выше, тем более разряженная атмосфера, и тем воздух, который там содержится, имеет более низкую температуру и меньшую плотность. То есть поставим точку. С атмосферой ясно, слоистость. Физические данные, именно табличные, применяемые для расчетов, имеется источник, где можно посмотреть, точно показывает, на какой высоте, какое давление, какой газ, какая температура этой газовой смеси. Далее жидкость. С жидкостью также все просто. К примеру, соленая вода и более пресная. Пресная сверху, соленая снизу. Факт есть такой о Черном море, наличие, большое количество наличия сероводорода. Это соединение более тяжелое и концентрируется ближе к дну. То есть то же самое. Чем ниже, тем плотнее. Давление больше, но и температура выше. Теперь возьмем твердую поверхность Земли нашей, или по-другому породы. Все твердые породы, в том числе минералы, металлы, все, что составляет недра нашей Земли, также распределено слоями. Более плотные материалы находятся в более нижних слоях. Чем ниже, тем выше температура и давление. В привлечении давления температура также будет возрастать. Бурение, проводившееся на больших глубинах, доказывает о такой ситуации. То есть происходит вплоть до того, что бур начинает сильно отклоняться от вертикальной позиции, вплоть до там нескольких километров вбок, нагреваться, большая температура. На этом поставим точку. Точку именно по слоистости, чтобы за основу принимался факт о слоистости нашего мира. Далее. Чтобы ответить на вопрос, а что, собственно говоря, из-за чего все укладывается слоями? Простой ответ на этот вопрос именно заключается в существовании так называемого закона равновесия, при котором тела или там объект, какой-то материал или вещество в своем объеме, со своей плотностью стремится в среду, то есть стремится там, где оно находится, но оно имеет такую непреодолимую тягу или желание, я обосную позднее, попасть в то место, в ту среду с плотностью, равной своей собственной. То есть, если вы накачаете воздушный шарик воздухом, ртом накачаете, он плавно осядет вниз. Если он будет накачан каким-нибудь инертным газом, имеющим низкую плотность достаточно, то в своем объеме он будет занимать то место в среде, в воздушной среде в данном случае, которое будет равно близко к его собственной. Я не говорю, что именно то место и займет. Так как уплотняясь, среда замедляет движение. Вот. Но это, конечно, не объясняет природу тяготения. Единственная причина, по которой так называемая гравитация или земное тяготение имеет универсальность своего проявления, то есть оно на все действует, уплотняя все и формируя именно слоистость нашего окружающего мира. Единственное обоснование – это динамичность, это внутреннее напряжение каждого тела, это закон равновесия, который действует упорно, независимо от того, согласны вы с этим или нет. Что обеспечивает это действие этого закона? Как, грубо говоря, какой источник, позволяющий непреодолимо увлекать вниз все, что нас окружает, в том числе и нас? Есть такое интересное устройство, которое применяется в повседневности и особенно на современном этапе, применяется практически во всех электронных устройствах. Гироскоп. Свойство гироскопа, вкратце, это, вращаясь, сохранять осевую позицию. Но это хорошее свойство, оно применяется во многих отраслях, и на гироскутерах, и
И в танках, чтобы цель из виду не упускать. И фотостабилизатор. В общем, в квадрокоптерах также. То есть, все мы знаем об этих устройствах. Но не знаем мы об одном интересном свойстве гироскопа. Это искусственно формировать гравитацию или земное тяготение. Точнее сказать, к земному тяготению это устройство никакого отношения не имеет, кроме того, что оно также в этой системе присутствует. То есть, забегая наперед, можно с уверенностью сказать, что теперь перед нами открывается совершенно иная картина мироустройства. Свойство гироскопа заключается в том, что на внутренней поверхности его диска, если представить этот самый гироскоп в виде вращающегося барабана, например, стиральная машина, она также обладает гироскопичностью. При вращении на внутреннюю поверхность этого самого барабана или пустотелого гироскопа, замкнутого, с замкнутым пространством внутри, формируется так называемая сила, далее будут оговорки, то есть центростремительное ускорение. Это когда внутри системы, вращающейся, все, что находится на ней, стремится от центра наружу, то есть во внешнюю область, улететь от центра вращающегося предмета. Просматривал недавно ролик, как в космосе делали эксперимент, связанный с тем, что показывают существование той самой гравитации. Вращают на ниточке болтик. Но наблюдательный человек сразу поймет, что этот эксперимент, он доказывает как раз таки обратное. Если мы вращаем на ниточке какой-то предмет, держа его за ниточку, он стремится, ну то есть увеличивается его вес при увеличении скорости вращения. Также увеличивается вес с увеличением длины нити. То есть вес, то есть сила, с которой этот вот самый болтик пытается оторваться от ниточки. В тот момент, когда связь нарушается, естественно, болтик от центра вращения стремится наружу. Представим себе барабан стиральной машины. В режиме отжима белье прижимается к краям барабана. Вот скорость вращения, как мы все знаем, достаточно большая. В момент вращения вода через отверстие, да, и, грубо говоря, как выжимается. То есть она покидает вещи, то есть прижимаясь с огромной силой, уходит через поры, так как ее, ну то есть имея поры, она уходит, грубо говоря, через эти отверстия. И, собственно говоря, таким вот образом происходит выжимка. Само белье проникнуть через поры не может, так как плотность белья много выше плотности жидкости. Таким образом, мы можем наблюдать процесс, при котором все, что находится в стиральной машине, все, что находилось, прижимается к краям диска вращающегося. Мироустройство или миропонимание в моем представлении выглядит наш мир как вращающийся барабан. На внутренней поверхности барабана находится наша ячейка. Вращаясь с определенной постоянной скоростью, этот самый гироскоп или барабан своим вращением задает определенную скорость материи или телам, которые находятся на внутренней стороне его диска. Хочу выделить тот момент, что этот барабан имеет замкнутое пространство, то есть он с обоих сторон полностью замкнут. Это обеспечивает расслоение материи и уплотнение ее в нижних слоях, то есть ближе к центру коси этого барабана или гироскопа уменьшается до нуля воздействие, именно вот прижимное воздействие этого ускорения. То есть чем дальше от центра, тем, как мы из опыта с веревочкой и болтиком, тем сильнее действует гравитация. Проще говоря, если вы подниметесь на высокую гору и взвесите предмет,
этот же предмет взвесить в какой-нибудь пропасти, то разница будет, более чем уверен, будет ощущаться именно в весе. В то же время о массе речи не идет. То есть в официальной версии применяются некие эфемерные понятия, такие как сила. Вот, и на основании этого производятся расчеты. То есть у Ля какие-то, возможно, технические неполадки. Вот, меня слышно, обрыв связи произошел. Единственное логическое обоснование причинам, по которым нас притягивает вниз, и не только нас, и все, что нас окружает, это именно вот эффект, центробежный эффект. Но он формируется очень, очень интересным способом. Если мы находимся в воздушном пространстве, а мы как бы независимы от поверхности, которая нас увлекает за собой, теоретически на нас не должно действовать земное притяжение. Но оно действует. Все просто. Вращаясь, система, гироскоп гравитационный, это такой огромный-огромный диск, имеющий определенный, скажем так, диаметр и определенные скорость вращения, как я уже понял. Он движет также и воздухом, да, или пространством внутри себя. Как я уже упоминал, уплотняется воздух или атмосфера, это самая замкнутая среда, уплотняется ближе, становится более разряженной и ближе к центру. Учитывая этот факт, можно понять, что сам воздух провоцирует предметы, оказавшиеся искусственным образом, например, космический аппарат на определенной высоте, приблизившийся к этой оси гироскопа максимально близко, со временем стремится все-таки упасть вниз, поскольку верхние, ближе к центру вращающегося барабана или гироскопа, плотность низкая, но все равно она есть. Какая-то более-менее разряженная среда, которая воздействует на тела, принудительно заставляя их двигаться по направлению движения. Вот эта тема, которую в интернете часто говорили, почему самолеты, которые взлетают и приземляются, если бы Земля двигалась, да, то есть говоря о статичности. Нет, не статично. Но если бы Земля двигалась, то самолет бы уходил со взлетной полосы. И эти самые данные, 400, не помню сколько там приведенные в Википедии, 400 метров в секунду движется поверхность планеты. Возможно, не буду утверждать, такие факты имеют место, то есть именно такая скорость. Я еще не проводил точные расчеты скорости вращения этого самого так называемого колеса или гироскопа. Но движение имеет место. Так вот, еще раз. Единственное обоснование, логическое, простое, в понимании природы тяготения, может быть то, что вы находитесь на вращающейся системе, внутри вращающейся системы. Она вас на определенной скорости, увлекая за собой, не дает вам улететь прямолинейно. То есть сопротивление прямолинейному движению – это конкретно та твердая или та среда, которая... Ну, можно сказать, назвать ее опорой, как в официальной, да, физике говорится. То есть опора под ногами. Если ваше тело, плотность тела человека достаточно близко к плотности поверхности, допустим, земли, да, или пород. Вот, поэтому дальше движение не происходит. Если вы находитесь в жидкой среде, в океане, то тут действует другой фактор. Это будет далее объяснено. Но давайте взглянем на вещи очень логично и оглядимся вокруг. Далее речь пойдет об инерции. Тело, имеющее прямолинейное движение, любое тело, не может быть резко остановлено, так как присутствует фактор инерции. Что это значит? Создавая условия, при котором тело, находясь в спокойствии на твердой поверхности, на первый взгляд кажется, что никакая сила, да, там, ньютоновская, ничего на него не действует. Там может быть сила тяжести какая-то непонятная. На самом деле все тела по умолчанию находятся в постоянной нагрузке, внутренней, я бы так его описал, давление, то есть сопротивление. Как это легче понять?
тела, стремясь от центра к внутренней поверхности диска, имеют вектор направленности. Назовем его прижимной вектор. Вектор действует, естественно, на тело, прижимая его и стремясь отправить подальше от центра в ту среду, в которой он задержится, если среда будет выше, чем его собственная плотность. То есть в среду с плотностью, не превышающей его собственную. Вот. Ну давайте пример приведу, я его озвучил, чтобы чуть-чуть упростить. Возьмем обычный камешек. Плотность камня достаточно высокая. Мы кидаем его в воду. А если мы его кинем, просто от себя выбросим, кинем прямо в воздухе, он с определенной скоростью упадет вниз. Если камень мы бросим в воду, так как вода имеет, эта среда более плотная, чем воздух, она замедлит падение камня, камешка, но не остановит его, а остановит его дно, потому что плотность уже будет более-менее совпадать. Имея внутреннее напряжение, каждый объект, сопротивление опоры или так называемой среды, в которой он задержался, или то, что ему не дает улететь вниз, можно определить как противодействующий вектор. Он полностью компенсирует действие прижимного. То есть прижимной вектор заставляет тело двигаться вниз, да, от центра вниз. Противодействующий вступает в силу, когда тело находит свое место, останавливаясь в той среде, которая ему близка. Находясь в этом состоянии, на первый взгляд, как я уже говорил, он вроде бы недвижен и в покое. Но на самом деле противодействие этих векторов, это как берете вы и, значит, тележка стоит с обоих сторон, ее друг друга, то есть от себя очень, ну, толкает. Каждый человек от себя толкает тележку. Тележка стоит на месте. Если кто-то из толкающих уступит, отойдет, то тележка покатится. Вот. Но пока с обоих сторон силы применяются, и они равны, то тело сохраняет, ну, относительную стабильность. Но это внутреннее напряжение никуда не девается. Движение тела не проявляется, или по-другому инерция. То есть тело, имеющее внутреннее напряжение за счет того, что прижимной и противодействующие векторы компенсируют друг друга, да, обнулились, создает условия для возникновения инерции. То есть инерция покоящегося тела, она, естественно, не наблюдается, вы не можете, но проявляет она себя в движении. Каким образом? В официальных источниках инерция предлагается как сопротивление изменению прямолинейного движения тела. Однако эта ситуация уже по умолчанию выполняется. В физике она приводится как инерциальная система. То есть дается представление, что в физике, ну, есть неинерциальные системы и инерциальные системы. То есть представьте себе систему, где нет инерции. То есть получается так, что этот огромный диск не движется, мы статичны, и все стоит на своих местах. На самом деле ничего стоять на своих местах не будет. Не будет выполняться закон равновесия. Закон равновесия как раз таки и обеспечивает возможность существования и жизни в этом мире. То есть искусственная созданная гравитация за счет вращения барабана. Это единственное логичное и нормальное обоснование существования и действия, универсальности действия притяжения.